Мур, привет, друзья! С вами Зирко. Настала пора выпустить ряд видео о героях, которые не в мете по тем или иным причинам. А стоит взять неметового персонажа, да еще испытывать нестандартные сборки, так у мификов с их 51-52% побед даже в классическом режиме случается истерика, и они начинают творить фигню. С другой стороны, меня узнают противники и начинают всей командой гоняться за мной. Как игрок, я готов противодействовать этому, тут без проблем. Но это мешает записывать адекватный гайд. Поэтому некоторые ролики будут записаны на твинке, против эпиков, легенд. И кого еще забросит рандом. Зная это, ваш выбор смотреть гайд дальше или писать глупости в комментариях. Перейдем к гайду на Руби. Руби любят много игроков, и долгое время я не очень понимал, что на нее собирать. Но предметы переработали, и я больше углубился в механику и готов вам предоставить анализ. Большинство игроков копируют сборку топов в уверенности, что вот сейчас заиграет. Но люди не учитывают, что топы играют не соло в 95% боев. Поэтому, собрав первые два предмета на отхил, те же когти Хаоса и топор кровожадности, Руби продолжает весело фидить противника. Почему? Потому что Руби не имеет много урона, а также нет огромной кучи хп. Чтобы исцеляться, вам нужен урон или достаточно много хп, чтобы банально пережить стан. У топов есть команда, которая либо танкует, либо наносит урон, а уже сам топ выступает инициатором, то есть замедляет, обездвиживает и притягивает противника. Меня смотрят в основном те, кто хотят научиться, и чаще всего соло-игроки. Таким людям нужна сбалансированная сборка, но пойдем по порядку. Навыки. Первый навык. Будь хорошим. Руби в выбранном направлении запускает волну, которая наносит урон дважды, плюс замедляет противника. И урон, и множитель небольшие. Но благодаря расстоянию волны, это наш спам-навык. Второй навык. Не убегай, король волков. Руби дважды наносит урон вокруг себя, оглушая противников на полсекунды и притягивая их немного в центр. Те, кого задело краем навыка, получают на 30% больше урона. Это навык массового контроля и прерывания чужих навыков. Минус в том, что радиус у навыка весьма небольшой. Ульта. Я обиделась. Руби в области конуса притягивает к себе противника, оглушая его на полсекунды и нанося серьезный урон. Есть небольшая хитрость для того, чтобы оттянуть противника подальше. Во время ульты вы можете использовать вспышку, и враг окажется утянут на порядочное расстояние. Что интересно, первые два навыка дважды наносят урон. Видимо, задумка была связать с предметами, которые накидывают стаки от навыков. Шутка ли, два удара 4 стака. Но из ныне существующих предметов подходит только жезл Снежной Королевы. Если вы возьмете его на Руби, то смотрите, базовый бег, к примеру, Эстеса 240. Используем способность Кара. Скорость теперь 204. Используем второй навык. 168. А если первый, то показывает вообще 23. Что мы имеем от навыков? Замедление, оглушение, оглушение с перемещением. Все это направлено на задержку противника возле себя. Пассивка. Давай потанцуем. Автоатака Руби не имеет вампиризма, что бы вы ни купили. Все переходит в исцеление от навыков. Более того, предметы исцеляют на 20% сильнее, плюс базовое исцеление 5%. Кроме того, нажимая навык и одновременно направление бега, Руби делает небольшой прыжок. Каждый прыжок добавляет ей физическую и магическую защиту. Складывается до 3 стаков. Иконка внизу экрана указывает на количество. Это универсальное перемещение и повышение защиты. А также мы можем пересекать тонкие препятствия. Итак, у нас много контроля, есть исцеление и повышение защиты, но мало хп и урона. Что же с этим знанием делать? Начнем с эмблем. Тут выгодно выделяются эмблемы танка с первым или вторым перком. Оба дадут нам прирост к выживаемости. Либо эмблемы бойца с третьим перком. Замедление от перка будет складываться с предметами и навыками. Способности. Вспышка, либо оцепенение. Поиграйте с ними, найдете свой стиль. Сборка. Скоро изменение леса. На Руби можно будет вообще забыть про лес. Если вам не хватает на старте хп или очень агрессивная игра начинается, берите самоцвет. Но если все плавно и осторожно, можно обойтись. Берем волшебные сапоги, чтобы получать золото от помощи и прибавить себе 300 хп. Штормовой поезд даст хп, броню, ману и 10% перезарядки способностей.
А кроме того, когда вы после навыка будете бить с руки, вы будете наносить 2% от вашего максимального ХП чистым уроном по группе, да вдобавок замедляя их. Заценили? Замедлили с навыка, замедлили с руки и так по кругу. Только теперь собираем топор кровожадности. Урона у нас немного, но топор исцеляет не только с навыков, но и с чистого урона. Бесконечная битва тоже добавит кучу всего нужного. Вдобавок чистого урона будет больше, физическая атака больше, исцеление больше, да еще ускорение. Мало того, что вы замедлили противника, так еще и ускорились, хоть и ненадолго. Господство льда даст 10% КД, защиту, и главное, он серьезно замедлит скорость автоатак противника, который рядом с вами. На этом моменте у вас 40% перезарядка навыков. Предмет можно заменить на крылья королевы апокалипсиса, если у вас каждую минуту критически падает ХП. Последний предмет, что душе угодно, хоть ХП, хоть броню или магическую защиту. Можете взять даже клинок отчаяния, но он не даст большого прироста урона. А вот жезл снежной королевы окончательно убьет скорость перемещения врага. Смотрите по ситуации боя и выбирайте. Тактика. Итак, наша основная роль — инициатор полутанк. Это значит, сами особо не суемся, если рядом нет того, кто может убить противника. Врага можно все время драконить первым навыком, благо перезарядка быстрая. А увеличивая себе защиту, уменьшаем потерю ХП. В удачном случае, если вы уверены, что вот можно притянуть группу и ваш маг даст прокаст по области, дерзайте. Замедляете первым навыком и подскакиваете, потом ульта и второй навык. Это продержит противника на одном месте, пока ваши дамагеры наносят урон. Ультой вы можете выдергивать противника из-за стен, либо затаскивать в кусты к своим союзникам. Основные правила: вы не пушер, вы не дамагер. Для тех, кто любит спорить со своими фантазиями, приведу пример. Топ-1 мира имеет 1600 урона по героям в минуту. У меня, играющего в рите на магах, 3400 при схожем проценте побед, а я не топ мира. Ваша основная задача — сделать так, чтобы начался бой с численным перевесом в вашу пользу. Не имея бафа, у вас благодаря сборке очень быстрое КД. Старайтесь задеть навыками как можно большее количество противников и подтягивать их к своим союзникам. На этом все. Надеюсь, гайд вам поможет. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!